Ребята! Ой, куда присесть, господи! Ой! А вы, простите, кто? Зина из ЗАГСа. Я думал, вы Зина из магазина, а вы из ЗАГСа. Меня, между прочим, зовут Василий Петрович из избы. Можно просто Вася. Очень приятно. Просто Вася. А вы ничего, еще ничего, пока еще. Клеитесь ко мне? Ну что? У меня и клей-то нет. У меня давно клей кончился. А вы замужем? К сожалению, да. Так. К сожалению, для кого? К сожалению, для меня. О! Муж у меня ни рыб, ни мясо. Ух ты! И не рыба, и не мясо. Курица, что ли? И курица, и пьется. Алкаш. Понимаете, он все время в командировках. А я сижу дома, одна. На улице Гоголя, дом 8. Квартира 17. Ох, и скучаю. Я адреса запоминаю с третьего раза. Нет, склероз. А с чего это вы взяли, что я вас приглашаю в гости? На улицу Гоголя, дом 8. Квартира 17. Вы мне вовсе не симпатичны. Да вы от меня без ума. По прическе вижу. Значит так, если вы ко мне будете клеиться, я уйду домой. На улицу Гоголя, дом 8. Квартира 17. И надеюсь, что не увижу вас. В первом подъезде на 5-м этаже. В первом подъезде на 5-м этаже. Лифт хоть в доме работает? Нет. Фигово. На 5-й этаж пешадрались. Еще не фигово. Давай холодец подавай, мочь. Ой. Будем ой. Это сам холодец. А мы тут сидим, клоунь,
Водочку пьем. Я говорю, водочка какая-то паленая у тебя. Да. Плюшками балуетесь. Ну, балуйтесь так немножко, да. Зин, он к тебе клеился? Кто? Да нет, как-то. Тогда как-то. Нет или как-то? Как? Ну, как-то вроде нет. А вроде как-то так, это как? Ну, как-то вроде нет. Ага. А вроде как и да. Да. Сейчас как дам. Не дашь. Сейчас как дам. Не дашь. 20 лет обещаю. Гляди, Зин. Ну да. Я буду бдить. Я знаешь, как обдунья. А ты, если еще раз к Зине подсядешь, я тебе не знаю, что... Дам. Я уже в том возрасте, когда согласие женщины пугает больше, чем отказ. Жена такая бдунья, я, пожалуй, тоже пойду. Зин, можно я вас провожу, а? Ну, я же вам говорила, что я замужем. Ну, у вас муж замечательный человек, он разрешит. Да что вы, адрес-то вы помните? Еще бы, улица Горького, 15, квартира 80. У меня память, дай Боже.